you told me once, so many times we've made our peace. But this is love, I'll never give you up. I know you'll always come home to me. Like a river always running, I keep losing you. Like a fire always burning, I'll be here for you. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. If you're searching for forever, I'll be waiting. Come find me. I see you here in the darkness, blinding light, right where your heart is. If you're ready, heart is open, I'll be waiting. Come find me. Мужчиной и пошел на этот правильный путь. Семенину. Да, да. Семенину тяжесть. Будем здравы. Всех благ. Здравствуйте. I was waiting for the moment to arrive. Waiting for the moment to arrive. I was waiting. Thank you.
добрую хату. Do you remember when we used to run? У вас купец, очень добрый и молодец. Дальше, продолжай. А чему, о чем боитесь? Красивый, молодой, перспективный. There is a story about us two. Nothing can bring us down, 'cause we are together now. Not even time can stop us now, 'cause we are forever young. Согласие на ваш брак и желаем вам построить крепкую и счастливую семью. Уважайте друг друга, любите и всегда помните о тех словах, которые вы скажете в этот день друг другу. Пьем, мы все пьем. Конечно, конечно, заливаем. Every time I go to sleep, you're lying next to me. 'Cause we are together now. 'Cause we are. Thank you.
Николаевна. Сегодня, 29 июля 2023 года, в отделе ЗАГСа Березовского районного исполнительного комитета заключают брак граждане Республики Беларусь. Пашкевич Кирилл Викторович, Симович Виктория Михайловна. Уважаемые жених и невеста, у нас в белорусском народе издавна говорят: день свадьбы вместе на душник ступить, век один одного любить. Я прошу почетных свидетелей расстелить свадебные рушники для молодых. Прошу вас вместе ступить на свадебный рушник, на символ длинной семейной дороги. Уважаемые женихи, сегодня в вашей жизни замечательное и волнующее событие. Вы пришли сюда с искренним желанием соединить свои судьбы и стать друг для друга единственными и самыми близкими людьми. Любовь, доброта, уважение, верность, умение понять и простить – вот спутники счастливой семейной жизни. И если в вашей семье они всегда будут рядом, то через много лет вы сможете друг другу сказать: спасибо тебе за то, что ты умеешь. И перед государственной регистрацией заключения брака прошу вас ответить: согласны ли вы вступить в брак и нести ответственность за счастье любимого человека? Я прошу ответить вас, жених. Прошу ответить вас, невеста. Ваше решение о вступлении в брак прошу подтвердить личными подписями.
дорогие новобрачные. Сегодня ваш праздник, рядом с вами друзья и родные. Но среди ваших гостей присутствуют самые близкие и самые дорогие для вас люди. Это ваши родители. Дорогие супруги, дорога любви пришли к нам в соединении своей судьбы с семейным союзом. Так сохраните же дар первого счастливого дня и пронесите их чистоту и верность через долгие годы счастливой супружеской жизни.
дорогие. Самые дорогие близкие. Скажите, пожалуйста, пару слов вашим детям. Дорогие дети, теперь вы стали мужем и женой. Я очень счастлива. Я бы всегда проявила тебе дочку. Ну, хочу, чтобы вы всегда были дружно с ними. Любили, ценили друг друга. Ну, я хочу, чтобы вы испробовали это соли. Каждый отломите. Сколько может, макните. И попробуйте. И попробуйте. Этой сладкой жизни. Это покормите друг дружку. Покормите друг дружку, да. Не бывает. Давайте, отрывайте. Много надо отламывать. Как ты мужа будешь кормить? О, видишь, как он отламывает правильно. Насолила. А теперь я хочу сказать, чтобы вы не кормили друг друга, а каждый свой кусок съел сам. Я хочу, чтобы вы не солили никогда в жизни друг другу. Так что каждый свой кусочек ест сам. Вашего нового завтра, о котором вы будете помнить вечно. Желаем вам здоровья, крепкой, дружной семьи, пополнения в семье скорейшего. Ну, а все остальное у вас пригодится, да будет, не сбудется. Да, самое главное вам. Я вам желаю крепко друг друга понимать, не обижать и во всем сопутствовать. И если у вас это все получится, я думаю, что у вас получится отличная семья. Спасибо. Так что несите друг друга и не бросайте. Так что... Не знаю, счастья вам, здоровья, любви, короче, всего самого наилучшего. Ну так, я вам маленький презентик, ну чтоб что-то себе оформили, хотя бы, ну какое-то начало. Пожалуйста. О, что, ребят, за это можно идти. Шоколад. Приглашаем бабушку невесты Галину Федоровну. От всей души великий день. Поздравить новобрачных, пусть навсегда войдут в ваш дом веселье, радость и удача. Желаю вам счастья, любви, уважайте друг дружку, уступайте друг дружку и всем всего самого хорошего. Go! No.
поздравлениям. А сейчас давайте одарим аплодисментами нашу прекрасную пару. И аплодисментами провожаем мы за главное свадебное место! Выглядели. После приобретения официального документа и после того, как оставили свои подписи, счастливая пара отправилась вместе со своими гостями в банкетный зал праздновать свою собственную свадьбу. Друзья, давайте сейчас громкими аплодисментами, дорогие близкие люди, поздравим Вику и Кирилла! Счастлива от того, что в вашей семье, в вашем доме живет любовь. И давайте сейчас гости поднимем бокал первую за здравную чашу, за то, что однажды встретились взглядом двое замечательных людей. И как результат наш сегодняшний праздник. Ребята, пусть в вашей семье царит только мир и благодать. Пусть дом ваш будет наполнен счастьем и детишками. Вы самая лучшая пара на свете. Нисколько в этом не сомневайтесь, но ваши гости, ваши родные поднимают первый бокал за вас, за вашу любовь, за ваше счастье, за гармонию в вашей семье, за вас, за молодые, за ваше счастье, за тот день, когда вы однажды встретились. С праздником вас, ребята! С праздником вас, дорогие мамы и папы! Thank you.
ваших отношениях, Кирилл и Вика. Можно кто я? Сделал первый шаг в ваших отношениях? Я знал. Кто первый признался в любви? Она. Да все она. Все, можно заходить. Говорила. А давайте вы будете вот так держать, вот, чтобы, да? Хорошо, всем было все про вас видно и понятно. А кто первый заговорил о свадьбе? Кто в вашей паре принимает решение? Но! Ты тоже будешь принимать решение! Ну вы все поняли, друзья. А кто всегда опаздывает? Она! Кто лучше готовит? Кто тратит больше денег? Кто был? Хорошо. Инициатива происходила от Вики до того момента, как до первого поцелуя. Кто был инициатором первого поцелуя? Надеюсь. Завезли. Это было очевидно. Кто больше ворчит по утрам, скажите, пожалуйста? Она! 100%! Кто встает ночью к холодильнику, чтобы покушать? Я даже знаю, кто! Как все у вас прекрасно! А кто любит поговорить перед сном? Кто первым идет мириться, если поссорились? Ну, сейчас я хочу пригласить прекрасных друзей, лучших друзей, я бы сказала, свидетелей наших, Данила и Дашу, для того, чтобы определить в 2023 году, чьи желания будут исполняться. Будут исполняться желания Кирилла и Виктории. Итак, Даниил, ты целуешь всех присутствующих дам, никого не обижая, на скорость, Дарья, всех присутствующих мужчин. Если ты справишься, Даша, с заданием быстрее, то год 2023 объявляется годом жены в семье Пашкевич. И все, что только не пожелает, несмотря на то, что они главные Вика, все исполняет Кирилл. Вот что не хочет делать Кирилл? Там живет. Готовить он не хочет. Ты сказала, если победит Даша сейчас, он будет готовить до конца этого года, только до конца этого года. Что ленится и не хочет делать, не соглашается Вика, Кирилл? Да. Что ты ей задаешь? А можно перечислять? Ну все, продолжаем. Бывает, убирать, бывает, готовить. Давай дальше, дальше. Это любая девушка делает. Не показывай. Не знаю, там убирается как-то. Смысле закончить? Нет, кота нет. Неважно, что сейчас ты придумаешь, самое главное до 2023 года, если Даня сейчас победит, это... она будет исполнять то, что ты пожелаешь, понятно? Обещаю его не испортить. Но сейчас, друзья, просто
за мной. Восьмое чувство мне подсказывает, что сегодня будет самый лучший день. Заходил вчера. Мужчина, кто будет болеть за них? Давай, давай,
Полина, привет! Можешь спеть песню какую-нибудь «Свадьба-свадьба»? Тут, короче, конкурс лютый. Ах, это «Свадьба-свадьба-свадьба» дело и писала. Четко, обожаю тебя, лучшая! Нет, Полина, рэп это... Давай. Не, ну серьезно, спела, подождите, Полина, Полина. Подождите, спела. А, Полина, привет, Полина, не рэп, а нужно спеть. Ах, это свадьба, свадьба. Я на работе, у меня нет. Она на работе, серьезно. Да на кофе, Полина, что вы на работе. Две секунды, можешь, Полина? Ах, это свадьба, свадьба, свадьба. Какая работа? Ну какая работа? Женя, нужно поздравить молодых, спеть им это «Свадьба, свадьба». Пела и писала. А вот тут уже подсказка. Подсказочка, подсказочка. Стоп, свет. Давай. Кто же из вас получил бутылочку виски? Положите свои мобильные телефоны, они вам не помогли. В смысле не помоги, мне так помог же? Ну ладно, давайте уже, если драйв, то драйв. Победит тот, кто сделает вот так вот, вот, ю-ху, мужскими штанами. Мама невесты. Мама невесты. Подарить кому? Жениху. Он будет пользоваться.
женщин только смотреть. Как ты думаешь, кто бы мог принести молодоженам этот подарок? Я бы даже сказала притащить и подарить. Молодожены будут им пользоваться, как ты думаешь? Да. Даша считает, что они не будут, а ты считаешь, что будут. Они будут оба одновременно пользоваться или по отдельности и где? По отдельности. Где будет его использовать Вика? На работе. Кирилл? На службе. Как часто будет на службе использовать этот подарок Кирилл? Два через два. Ты бы себе забрал этот подарок? А, нет. Да. Кому из гостей еще подарили? Может, свидетельница? Тихо, Роман. Подарим Тихону и... Тетя Люди подарим этот подарок. Тетя Люда заберет? Заберет. Давайте поаплодируем. Следующий подарок. Будут ли ребята пользоваться этим подарком? Конечно. Как часто? Сколько раз в неделю? Давай так. Думаю, постоянно. Слушай, а давай так представим. Кому из гостей еще мог бы пригодиться именно сегодня этот подарок? Тихону. Мне кажется, что да. Давайте поаплодируем Тихону. Таня, кто мог прийти с этим подарком на свадьбу? Вообще, нужен ли этот подарок на свадьбе? Конечно, нужен. Дядя Витя. Короче, родители подготовились по поводу, по вашему мнению. И принесли для кого? Для гостей, для молодоженов. Для будущих детей молодоженов. Кому сегодня еще подарим этот подарок? Понятно, у кого еще деток пока нету, да? Оператор. Я согласна. Давайте поаплодируем свидетелей, они нас немножечко повеселили. Спасибо вам большое. Да, да, да. Мы залетим на карнавал, тут как в Рио-де-Жанейро. И сегодня будет бал, танцуй, танцуй, моя Орейра. Залетим на карнавал, тут как в Рио-де-Жанейро. И сегодня будет бал, танцуй, танцуй, моя Орейра. Залетим на карнавал, уна-уна-уна-на. Я этот бал арендовал, уна-уна-уна-на. И стою перед тобой.
остаться на лужайке, прямо сейчас обниму и поцелую свою вторую половинку. Горько всем, кто люблю! Горько всем, кто улыбается! Все, друзья! Друзья, для тех, кто хочет поучаствовать в шоу «Бэби Бум», готовьте свои толстые кошелечки. И мы сейчас погадаем, кто же родится первым, мальчик или девочка в молодой семье Пашкевич. Свидетельница сыграет на девочку, свидетель на мальчика. Давайте проголосуем деньжатами, друзья, мальчик или... Дайте денег! Ага, ага. Побольше! I'm doing my pain, gonna get up.
вы названы женой и мужем. Теперь другой дороги нет. Восстанет свадебный покружит. И пусть он кружит много-много лет. Аплодисменты провожаем на главное свадебное место. Мужа и жену. Потеряли пацана,
взяли пацана, он больше не наберет, он больше не прилетит, никто его не найдет. Потеряли пацана, она его забрала, она его не вернет. Потеряли пацана, потеряли пацана, он больше не наберет, он больше не прилетит, никто его не найдет. Потеряли пацана, она его забрала, она его не вернет. Потеряли пацана, потеряли пацана, он больше не наберет, больше не прилетит, кто его не найдет. Потеряли пацана, она его забрала, она его не вернет. Потеряли пацана. Ласкавы были, на каравай прибыли. Гости милые сябры, кто як може одари. Молодого с молодою, молодого с молодою. Кто в ответ на каравай, каравайник новый дай. Спел мою душою, спел мою душой. Давайте выпьем за молодых. Главную роль в картине я, как Федерико Феллини. Дайте Оскар этой богине, словно кукла Барби на витрине. Хочет главную роль в картине. Ой, вай, война, эти черные глаза. Ой, вай, война, я уже схожу с ума. Она точит динамит, червалют не подходи. Все внутри меня горят, ну-ка, бармен, повтори. Одна. Хочу к тебе подкатить, но маловероятно. Все внутри меня горит, ну-ка, бармен, повтори. Ой, бы сейчас бы нам с тобой на баре. Я как Федерико Феллини. Дайте Оскар этой богине. Словно кукла Барби на витрине. Хочет главную роль в картине. Я как Федерико Феллини. Дайте Оскар этой богине. Кукла Барби на витрине хочет главную роль в картине. Будь моей, 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 и нам светят тысячи огней. И получим мы свой Оскар, улетим за семь морей. Я как Федерико Феллини. Дайте Оскар этой богине. Словно кукла Барби на витрине. Хочет главную роль в картине. Я как Федерико Феллини. Дайте Оскар этой богине. Словно кукла Барби на витрине. Хочет.
Кто еще желает поучаствовать в танцевальном баттле? Тетя? Тетя Таня. Итак, друзья, отлично. Тетя Таня против тети Светланы. Тетя Светлана, я так поняла, что у вас рабочее место – это ваш бюст. Да. Мы вам крепим шагомер вот именно к этому месту. Танцуете и трясете, бегаете. Татьяна, у вас какое рабочее место? Тоже бюст. Тоже бюст? Или попа? Ну, давайте, чтобы было все по чесноку. Две тети соревнуются друг с другом в танцах. Две тетушки соревнуются за право обладания номинацией «Самая танцевальная тетя». Это моя тетя! Самое главное.
снять фату и поближе тех девчонок, девушек, которые не замужем. Ну и также любую цену. Все вас вода воздушная, вода венчальная.
маме. Ну, сейчас бросаем свадебные букетики, мы сейчас узнаем, кто же хочет замуж. Больше всего, девчонки, замуж хотите? Обратный отсчет. Все вместе, гости.
людям, которым суждено быть вместе, встретиться. Так и произошло. Любите друг друга, и пусть тепло семейного очага освещает дорогу вашей семейной жизни. И пусть у вас все будет хорошо. Дорогие родители, мы желаем счастья, счастья и любви вашим деткам. Повторюсь, пускай ваше материнское сердечко и отцовское будет всегда спокойно за счастье ваших детей. Это самое главное. Дорогие гости, но сейчас пришло время поаплодировать. Хорошее настроение на этом празднике. Но продолжим мои слова героев сегодняшнего дня. Хотелось бы сказать спасибо всем собравшимся в этом зале. Спасибо, что разделили этот самый главный, наверное, день нашей жизни. Хотелось бы сказать спасибо большое своим родителям. Спасибо, что воспитали, вырастили, дали билет в жизнь. Я вас очень-очень сильно люблю. И хотелось бы сказать вам спасибо за вашего прекрасного сына. Я хочу всем сказать спасибо за то, что пришли, за то, что поддержали, за то, что родители выросли такого умного для нашего сына. Вам, родители, спасибо за то, что такую милую, добрую дочку, которая мне понравилась, я ее полюбил, я все же буду любить. А всем собравшимся спасибо большое за то, что вы тут есть. Все нас поддержали, все пришли. Огромное спасибо. И этот праздник продолжается, друзья. И всех прямо сейчас я приглашаю на площадку около ресторана для праздничной фотосессии фейерверка. Приглашаю всех на площадку около ресторана, друзья. Без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя ты ко мне так. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, да. Ведь ты моя, да. Все без тебя не так. Лечу к тебе, я словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Бурем глоем небо кроет, вихри снежные крутят. То, как зверя назовут, то заплачет, как дитя. И если ты найдешь во мне меня, останови это мучение. В тот миг, когда я потерял тебя, там вдали падала луна. Падала луна. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета я найду тебя, я найду тебя. Ведь